Добрый вечер, дорогие друзья! Юбилейный сезон продолжает знакомить вас с командами КВН, объединенными одной целью – сыграть этот сезон в высшей лиге нашего клуба. Ну и, если получится, добавить к названию своей команды титул чемпиона нашего клуба. Цель благая, и к этой цели в сезоне стартовало 20 команд. Хочу напомнить, что игры 1/8 финала у нас проходят с таким историческим уклоном. Мы уже вспоминали античную историю, сегодня черед средневековья. Ну и о разных сюрпризах нынешнего сезона по ходу дела. Итак, год 2011, вторая игра сезона, мы продолжаем КВН. Часто в жизни нам бросают вызов вот такие соседи. Открой дверь, дура! Я тебе сказала, не открой, уходи! Открой дверь, я тебя убью! Я тебя сейчас сама убью, понял? Открой дверь, дура, это перепись населения! Так, Коля, в твоих вещах я нашел вот это. Скажи честно, ты мне сын или конь? Папа. Пап, ну что ты начинаешь? Ну... Да... Пап, хватит. Тебе что, вызов больше бросить некому, ну? Ну ладно. Позвоню в секс по телефону. Куда? Алло, Жек! Пап! Когда будут эти... И минуты покоя, и секунды покоя. Команда КВН «Кефир, нягонь». Подайте Христа. Темным улицам гуляет дождь. Фонарей далеких мерцает. Для тех, кто не знает, этого полутораметрового викинга зовут Дима. Дима живет в самом страшном месте Нягани, у себя дома. Дима, что за маскарад? Я терминатор. Какой еще терминатор? Бракованный. Кстати, я только что переустановил систему на компьютере. И что с того? Была XP. А стало? А стало Vista Baby. Мужчины! Попросили же не мешать! Ни о чем мы не можем серенаду спеть! Мы же те еще казановы! Вон из Завалька сейчас на юбилее две женщины подрались. Он у одной телефон украл, другой подарил. Так, мужчины, все! Так, все! Плохой альбомчик. Песня про то, чем люди будут питаться в будущем. А в дошираке мне состав не нравится. Но в поездах им все равно питаются. Вагончик тронется, лапша заварится. Вагончик травится, вагончик травится, вагончик травится. Лапша закончится, гастрит останется. Ну, допустим!
Допустим. Кто у вас будет выступать на церемонии открытия? Министрели! Опа, какие министрели? Министрель культуры, министрель спорта и министрель образования будут петь Карузо. Они хоть слова знают? Да там слова знать не обязательно. Там петь надо! Чем хороша эта песня? Тем, что слова в куплете этой песни никто не слушает и не знает. Можно петь про природу, про погоду, вставлять слова типа пассатижи и всякую ересь. Продается Ford Focus 98 года в отличном состоянии, встречи на лобовом стекле вот в этом месте. И за пять раз закинулся рек море, невод и невод пришел судебным приставам. Главное в этой песне делать умное лицо шире, правильно стоять на сцене и разводить руками. Набрать побольше воздуха в легкие, выдавать информацию, которая не имеет смысла. Можно даже в конец обнаглеть, вообще ничего не петь, но очень эмоционально спеть брлям-брлям-брлям, тык-тык-тык-тык-тык, никто и не заметит. Остальным командам остается продолжать ждать окончания этапа 1/8 финала нынешнего юбилейного сезона. Спасибо. До следующих встреч. Пока.